Тра-та-та, всем здорово, и мы будем проходить игру под названием Hitman Absolution. Как всегда, заходим, будем всех обстреливать. Так. Как всегда, заставочка. Так. Никак пока что нельзя там запустить. О, наконец-то. Приходится пробираться через толпу. Эй, клоун, левый прикид. Извини, приятель, но это закрытая территория. Давай. Ладно, приятель, давай спокойно. Сейчас я тебе костюмчик добавлю. Драка в баре! Нормально. Мы устроили драку. Нормально. На. Какого хера он там появился? Зазначивый газ, молодец!
На, вовремя. Нет, у меня все хорошо, спасибо. А у тебя? Уже нельзя спокойно. Ты могу. Не лишь. Оно теперь говорит со мной. Чувак, я тут работаю. Не убивай! Я просто тут работаю. Говори давай уже. Парикмахерская. Ежедневно. Ровно в 12. Эй, амиго, как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае зайди в оружейный магазин МакГарманта. Там для тебя небольшой презент. С удовольствием. Сэр, посмотрите на это. Сэр, вам правда надо это увидеть? Что? Это подарок от осведомителя. Он уже много лет назад сошел со сцены. Позывной Птаха. Мы дали ему позывной Птаха. Дайте этой птахе все, что он захочет. Найдите 47-го любой ценой. Он сам может найти кого угодно. Если он, конечно, захочет. Вот так вот. Что надо. Это не продается. Они мои. А документы у тебя есть? Я могу просто их забрать. Ты не похож на вора. Это не будет воровством. Знаешь что? Я их продам, если победишь девчонку. Справишься с девчонкой? Смотря с какой. Моя Лилечка кому угодно фору даст. Даже тебе. Это еще посмотрим. Я что, глазки тебе строил? Да ты вообще мне не интересен. Слушай, а ты есть в какой-нибудь социальной сети? Эй, друг, мне помощь нужна. Чем могу помочь, приятель? Ну, я... Эй, ты где нарванёшь там? Патроны для дробовика. Мёртвого бомжа снял? Чего?
псих истратил их все на стрельбище. Серьезно? Все? Ага. Он еще ругался, как полоумный, весь день. Ох уж эти городские. Никаких во, манер. Во. Ну ладно, раз-два ругнуться. Блин, это и я так делаю. Но чтобы через слово детский сад. Они, небось, думают, что слово на букву «Х» делает их сразу круче. Ага. Так люди в нормальной жизни не говорят. Поистину. Ну так когда там бич себе патроны новые подвезут? Через день-другой точно будут. Ладушки, похожу тут немного. Может, чего-нибудь для детишек присмотрю. Может, пистолет маленький, типа 38-го. Где они ладно, стоят? Ладно, увидимся. Так... Пушки надо показывать на алтаре. Эй, ты! Угу. Убил своего первого кролика. Красотища! Из такого ствола. Ну, он выглядел типа так же. Посмей! О, наконец-то. Так, ладно. Рано, рано. Так, ладно. Так, поищем, что здесь. Ты в порядке? Что ты сделал? Нужно что-то с этим делать.
так вот. Спускаемся и... Так, сюда и... Так, и этот сюда. Наконец-то. Так, спускаемся. Наконец-то. Поднимаемся и назад идем. Вот так вот и назад.
Эй, привет, ковбой. Говорят, ты хотел пострелять? Можешь взять любой ствол на твой вкус вон оттуда. Когда выберешь, приходи обратно сюда, и мы погрохочем. О патронах не беспокойся. Для соревнования не жалко. Стреляй на здоровье. А, хорошо. А у тебя есть задатки. Может, попробуешь еще раз с другим оружием? Этот парень знает, как обращаться с пушкой. Так. Яблочко! Ух ты! Откуда этот парень взялся? Где еще? Где еще?
жить. Снова чуть-чуть. Хм. А у тебя есть задатки. Может, попробуешь еще раз с другим оружием? Еще попыточка. Чего? Очень сильно доволен. Ладно, будем на этом уже заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем удачи, и всем пока.